Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дмитрий, и вчера я выложил видеоролик, как получить донат на проекте Really World абсолютно бесплатно. Ролик вышел на 12 с чем-то минут, и я понимаю, что не у всех есть время смотреть данный видеоролик. Если что, ссылку я оставлю в описании, если кому-либо интересен полный видеоролик, то обязательно переходите и смотрите. Ну а в этом видеоролике я вам покажу основные моменты, как получить донат на проекте Really World абсолютно бесплатно, то есть смонтирую, озвучу. Ну, в принципе, вырезки будут с вчерашнего видеоролика. Так что, если у тебя нету 12 минут, то за 3-4 минуты ты все поймешь. Желаю тебе приятного просмотра моего видеоролика. Для начала мы должны зайти на тот сервер, на котором хотим получить донат. В моем случае это проект Really World. Заходим на сервер, регистрируем аккаунт, после чего выбираем гриф выживания, заходим и выходим. Это нам необходимо сделать для того, чтобы получить донат. Слушайте внимательно, сейчас все расскажу, что зачем и как, что как делается, что делать правильно, что неправильно. После чего вы подключаетесь по IP, которое видите прямо сейчас у себя на экране и найдете в описании. Заходите на этот сервер, тоже регистрируетесь. Никнейм у вас обязательно должен быть одинаковый, как на Really World, так и на этом сервере. Так что если хотите получить донат, то можете просто новый аккаунт создать, проверить этот способ, он реально работает. Регистрируйте аккаунт на сервере StrixMine, IP в описании, заходите на выживание, там жмете на NPC-шку, после чего вы вводите команду Servers. И далее уже выбираете сервер, на котором хотите получить донат. В моем случае это Really World. Нажимаем и видим ошибку. Нам необходим донат Helper за 1 рубль. Это минимальный донат. Переходим на их сайт и видим там 3 доната. Helper, модератор и администратор. Естественно, цена различается. И мне кажется, шанс выпадения крутого доната зависит непосредственно как раз таки от этого доната. В комментариях под предыдущим видеороликом многие писали, что получали кейсы, потому что приобретали Helper. Вы тоже можете так получить, потому что достаточно выгодно. Если покупать на сайте Really World, то вы платите около 200 или же 70 рублей, а так вы получаете за 1 рубль. Но кому-то вчера выпадал и император, писали в комментариях. Ну что же, покупаете донат Helper за 1 рубль. Я тоже покупал, все из вчерашнего видеоролика. Вы тоже на экране видите небольшую нарезку с этого. Так вот, после того, как вы приобрели донат, он вам сразу выдастся, обмана на команды здесь нет. Вводите ту же команду, выбираете то, что хотите, где получите, и, как вы видите, ошибки уже никакой нет. Это реально круто, теперь нам остается ждать. Сразу же вы можете зайти уже на сервер Really World и как бы ожидать. В вчерашнем видеоролике я немножко затупил, искал, где находятся кейсы. И да, мне выдали ключи от кейса 10 штук. Я вчера все показал одним кадром. Если у кого-то есть какие-либо сомнения, переходите по ссылке в описании на вчерашний видеоролик. Вы все увидите, что все правда, я все честно проверил. И этому способу можно доверять. Далее вам нужно немножко подождать, побегать на сервере. И вам выдадут либо же донат, либо же в крайнем случае донат кейсы. Мне не повезло, мне выдали донат кейсы. Кому-то вчера повезло, выдали императора, возможно, вам выдадут донат лучше. Пишите об этом в комментариях. Вот так вот за несколько минут вы узнали способ, как же получить донат на проекте Really World. Способ действительно рабочий, если вы из сегодняшнего видеоролика ничего не поняли, ссылка ждет вас в описании на полный видеоролик. На этом все, с вами был я, Дмитрий, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачи, всем пока. Пока-пока, друзья.